комплекс гимнастики для занятий 2 раза в неделю для детей с 4 до 5 лет. Сейчас мы вам покажем комплекс гимнастики для детей с 4 до 5 лет, который необходимо выполнять 2-3 раза в неделю. Маргарита, встаем. Гимнастику мы начинаем с ходьбы на месте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Теперь походим по кругу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Ходьбу надо чередовать с ходьбой на носочках. Походили на носочках, на носочках. В этом возрасте дети уже очень хорошо ходят на носочках и на пяточках и могут чередовать. Ходим на пяточках, на пяточках. Еще раз на носочках, на пяточках, на носочках. Теперь встаем друг напротив друга. Берем флажки. Даем флажки, берем красненький и желтенький. В одну ручку один, в другую ручку другой. Так, взяли флажки. Следующее упражнение будем выполнять с флажками. Ручки в стороны, через стороны поднимаем вверх, посмотрели на флажки, опустили вниз. Еще раз, через стороны вверх посмотрели на флажки, опустили вниз. Вверх, вниз. И вверх, вниз. Ноги расставили на ширине плеч. Ручки с флажками поставили на пояс. И выполняем наклоны. Раз, встали. Два, встали. Раз, встали. Два, встали. Еще раз, встали. Теперь ручки опустили вниз. Ножки на ширине плеч. Ручки в стороны. Теперь красный вверх. Желтый вперед. Красный вперед, опустили. В стороны, желтый вверх, красный вперед, желтый вперед. Оба флажка в стороны, красный вверх, желтый вверх, красный вниз, желтый вниз. Ручки в стороны, красный вверх, желтый вперед, красный вперед, опустили. Следующее упражнение, мы приседаем. Как по-турецки. Ручки с флажками ставим на коленочки. И начинаем поднимать по команде тот флажок, который я назову. Красный вверх. Опустили. Красный вверх. Опустили. Желтый вверх. Опустили. Желтый вверх. Опустили. Красный вверх. Опустили. Желтый вверх. Опустили. Красный вверх. Опустили, и желтый вверх опустили. Следующее упражнение мы выполняем в положении лежа. Ложимся. Ребенок ложится на спину ровно. Ручки находятся вверху и лежат на полу. Ребенок выполняет подъемы ног правой и левой поочередно. По команде достаем флажок. Правой ногой вверх опустили. Левой вверх держим, опустили, не мотаем ножкой. Правая опустили и левая опустили. Теперь 2 ножки подняли и задержали, опустили. И еще раз 2 подняли, опустили. И еще раз 2 ножки подняли, опустили. Молодец, встаем. Встаем, встаем в исходное положение. Флажки положили на пол, ручки поставили на пояс и перепрыгиваем через флажки вперед и назад. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, прыг, назад, прыг, вперед, назад. Чтобы выполнить следующее упражнение, надо перейти к гимнастической стенке. Маргарита, ты должна подняться наверх, дотронуться до последней перекладины и спуститься вниз. Ребенок с 4 до 5 лет умеет подниматься и спускаться по гимнастической стенке чередующимся, а не приставным шагом. Спускаемся. Родители обязательно должны подстраховывать ребенка.
Молодец. Такое упражнение нужно повторить 3-4 раза. Давай еще разочек поднимаемся. Еще. Дотронулась. И спускаемся вниз. Потихонечку, не торопимся. Медленно, спокойно чередуем ножки. Вот, молодец. На этом наше занятие закончилось. Завершайте занятие ходьбой или спокойной игрой длительностью 3-4 минуты.